Ну, кто? Если микрофон или без? А, с микрофоном? Да. А, как зовут? Дарья, проект номер 2. Поехали. Здравствуйте, меня зовут Дарья, и я представляю социальный проект «Вокруг света». Это фестивальная площадка, где будет находиться торговые и интерактивные зоны, которые представляют различные страны мира. Мы провели опрос среди жителей Затулинки. Мы там планируем проводить нашу площадку в рамках фестиваля «Ультима Туле». И мы выявили две основные целевые аудитории. Это люди старше 40 лет, которые увлекаются путешествиями, молодежь, которая ведет активный образ жизни, и семьи с детьми. Мы планируем провести это в августе, то есть когда будет фестиваль «Ультима Туле». Команда у нас есть студенты нашего Новосибирского архитектурно-строительного колледжа, которые являются рабочей силой, и нам необходимы мастера, коммерческие компании, то есть партнеры. И ресурсы — это природные, информационные, трудовые, финансовые и средства производства, ну, это тоже у нас будет. Ну и что нами сделано? Мы участвовали в городской проектной лаборатории, где смогли проработать концепцию нашего проекта. Спасибо. Время.